Küche provisionierbar. Yes. Такой прием, он выдирает полностью вот, промокание салфеткой, когда нужен вот какой-то сильный акцент. Thank you.
отражение, эта блика, полусухой кистью. То есть здесь момент, что пишем вот здесь по сырому, не обязательно мочите все здесь сразу. Потому что пока мы работаем здесь, это можно высыпать. Можно просто не мочить. Теперь мы пишем воду, просто с водой. Причем не то, что мы просто крутки еще. Делаем как грех. Почему лучше? Потому что такую плоскость можно закрывать методично, следовать назад носком, чтобы растекала краска. А можно закрыть массой сразу большой. Здесь светлее вода всегда, перед небом темнее, темнее, темнее. Плотность никогда не будет такой краски. Но она потом уйдет. Уйдет за счет впитывания, за счет поверхности бумаги и воды.
Я
можно написать вычет, какой-то тоже кусок времени плана, чтобы через что-то это входило. Это был вход. То есть задача здесь какова была? Создать ситуацию вот этого лобби глубины и откуда-то оттуда света. Вот. Насколько убедителен блик или неубедителен получается, это уже знаете. То есть вот задача какая. Создать ощущение. Какие вопросы по ходу есть? Можно вопрос по поводу пятна? Вы можете на примере этой работы сказать, где главное, среднее? Нет. Вот это? Да, вот именно это, например, что имеется в виду пятно? То есть самое светлое или это самое темное? Пятно все-таки работает больше темное. Пятно всегда, потому что в любом случае темное всегда больше акцентируется, нежели белое. Даже если вот на этой белой огромной плоскости вы поставите просто точку черную, то она будет намного доминировать, нежели вот эта площадь белого формата. То есть темное всегда идет, конечно, доминантно. Но когда есть белое как акцент, то оно бывает звучит, и оно бывает даже иногда сильнее, чем вот это вот доминирующее черное пятно. В этом случае, в данном пейзаже, доминанта, конечно, была отражение. Здесь не было вот ощущения вот этого бликового отражения. Задача такой здесь не стояла. Что-то где-то какой-то пуст торчит, который дает напряжение, еще больше напряжения, акцент к этому, вот, и напряжение вот к этой тонкой, вот к этому белому пятну. То есть больше не надо вырабатывать там, вот, устраивать эти вот листочки там. Абсолютно не нужны. Веточки даже какие-то лишние. Тут потекло, пусть течет, бог с ним. Подождите немножко, если вам нужна еще какое-то пятно темное графическое, дождитесь, пока бумага высохнет. Сейчас мы сюда добьем еще немножко. Важновато место. Главное.